Для тех, кто не ест продукты животного происхождения, предлагаю приготовить шашлык из сейтана. Это такой заменитель мяса на основе пшеничного глютена. Сейтан по текстуре получается упругим, но не резиновым, с насыщенным вкусом. Подробнее, как приготовить шашлык из сейтана, я расскажу ниже. Специи можно брать абсолютно любые, главное, соблюдайте соотношение сухих и жидких ингредиентов. Если делаете шашлык на открытом огне, то сократите время приготовления до 10-15 минут. Подготовьте все ингредиенты. В миске смешайте сухой глютен, нутовую муку, соль и специи. Отварите сейтан в кипящей воде 40 минут. Остудите сейтан. Затем нарежьте на кубики одинакового размера. Смешайте в миске для маринада растительное масло, томатную пасту, винный уксус и соевый соус. Добавьте кусочки сейтана и оставьте в холодильнике на 8 часов. Нарежьте перца на квадратные ломтики. Накалите на шампуры, чередуя кусочки сейтана и перца. Жарьте шашлык из сейтана в электрогриле 15-18 минут до золотистого цвета. Шашлык из сейтана готов, приятного аппетита!